В древние времена, когда на земле царили произвол и жестокость, а миром правило невежество владык и их приближенных, существовало маленькое непобедимое государство Алексия, где правила царица Лилит. Все хорошо, если бы не поиск музыканта, который бы веселил придворных с ночи до утра. Поиски не увенчались успехом, и царица Лилит решилась на путешествие в другое измерение вместе со своей свитой и верным магистром Сержио. Хватит целый день сидеть! Не можешь отгрузку Michael.